И уверенными шагами идет к федеральной политике. Денег нет, но вы держитесь. А проще – это ваши проблемы. Субсидии срезали среднеразвитым российским регионам. Они – жертвы кризиса. Доля расходов на социалку в консолидированных бюджетах сократилась с 61% до 59%. Рубка идет за счет социальных расходов. Но есть регионы, которые тратят много. Бюджет Москвы – 1 триллион 860 миллиардов рублей. Из них 188 миллиардов или 10% идет на благоустройство, плитку и мощение. Это больше всего бюджета Алтайского края. Регионы хиреют, Москва жиреет, отмечает профессор Наталья Зубаревич. Вчера Геннадий Шейдер на открытии приводил цифры, что на жителя Алтайского края бюджетная обеспеченность 13 тысяч, да? В Москве сколько там? 122, да, 13. То есть соотношение кратное. Нет, дело не в этом. Поэтому кажется, что я пишу об ужасе. Но при этом я очень люблю нашу страну, я обожаю Москву, я считаю ее лучшим городом мира. Мне нравится сейчас ездить открывать штабы, везде какие-то завершенно... У кого-то. Вы предпочтете утонуть все. А если здесь будет лежать умирающий Путин, и буду ли я ему делать искусственное дыхание? Следующий ваш вопрос. Если честно, мне интересно, вы бы делали? Ну, конечно, я буду ему делать искусственное дыхание, ну а что...